Всем привет! Сегодня мы посмотрим на Yubao Powerbank 647. Это портативный аккумулятор с красивым дизайном и хорошей батареей. Бывает часто такое, что приходится заряжать смартфон 2, если не 3 раза в день. Этот гаджет поможет избавиться от этой проблемы. Аккумулятор по дизайну напоминает Apple TV 3-го поколения, но имеет более вытянутую форму и глянцевый пластик вместо матового. Существует в двух цветах – черном и белом. Лично для себя я взял модель белого цвета, на ней не столько заметны царапины и разводы от жирных пальцев. В комплекте с аккумулятором идет кабель и 5 переходников, а именно тонкая зарядка Nokia 30-пиновый коннектор Apple, мини и микро USB и переходник для зарядки PSP. Сам гаджет монолитный, весит 245 грамм. На лицевой стороне имеется название фирмы, слева разъем микро USB для зарядки самого аккумулятора и фонарик. Справа полноценный разъем USB для подключения кабеля, сверху находится кнопка для проверки заряда и одновременно для включения фонарика. Yubao Powerbank имеет аккумулятор емкостью 10 400 мА. Выходное напряжение равно 1000. Мой Sony Xperia T он зарядил 7 раз, а на его зарядку было потрачено 4-5 часов. Несомненно, гаджет мне понравился, в некоторых ситуациях он просто необходим. Вот в принципе и все. Подписывайтесь на канал и следите за нами в соцсетях. Пока!